Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение моей сетевой партии за Александра Македонского. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, не должно ему хватить еще убить меня здесь. Какой, блядь, умный вообще. Надеюсь, ты счастлив. Сюда перемещусь. Тут у нас сильнее будет. Ух ты. Ну да, тут я как бы зря стою, у меня там школа пажей. У меня взято от дальнобойных. Надо еще плюс к этому взять, конечно. Ну все, стоим, ждем тарана. В общем-то, можно только этих еще подводить, гипоспистов, чтобы они атаковали. Будет лучника моего мучить. Ой, пращника. Ну, это так, слабенько, конечно, сейчас. Так, школу пажей сделал. Центр коммерции давайте. Что у нас там с генералом? Вполне могу и набить. Формирует корпус. О! Блин, а может мне тогда лучше этот провести? Обучение в военном лагере, 5 ходов, успею. 20, 70, ну если поляк больше ничего не построит, то успею. Почему и нет? Так, отвалился у меня город.
Зато я город Рима захватываю. Что не может не радовать. Да ладно. Выжил. Вообще я походу Рим захватываю. О, у меня нету денег. Не знаю, вот людям не приходит предложение или что, почему они не хотят смотреть. Сейчас у меня еще несчастье начнется из-за нехватки денег. Рим ливает, я думаю. Ого, там арбалет. Как бы мне тут моему гитайру не поплохело. Не, ну генерал, который корпус делает, это круто. Блин, еще Александрия теперь отваливается. Отлично просто. Так, ну надо Виктора туда сажать. А в Осте вообще какие-нибудь районы есть? Нету. А в Риме? Не, ну военный лагерь. Блин, у нее еще деньги от Занзибара были. Вообще здорово. У меня тут центр коммерции, надо вырубить этот лес. Как побережем производство. К Польше этот город отваливается, блин.
Так, ну вот и генерал, который корпус дает. И да. Отлично. Ну, а почему я гостью не могу его перебросить? Что там сопротивление? Восемь сорок три. Тоже 58-43. Ну, нормально, в принципе, атакуется даже. Давайте так сделаем. Надо добирать уже Рим до конца. Пока я... Ну, вообще, в Занзибар можно будет отправить. Возьмем на одного посла. Так, тут все еще ждем. Здесь, в Пеле... коммерции достраиваем здесь рынок. Ну, буду на месте бывшего Рима сидеть. Так, ну, у нас вообще лидер в игре, интересно. Вообще по науке Рим как раз был. Так может все-таки у Рима там кампуса какие-то имеются? Ну еще Троян неплох. Япония, как всегда, и наука, и культура, все зашибись. Надеюсь, он... Да, так и думал, что... Должны захватывать, я думаю. Просто подойду к генералам проверить, что тут, как тут. Чисто посмотреть, что тут вообще армии нету. Тут у военны 65 у него, у меня 173. На кого поляк там армию копит, интересно. Может, Эгги будет? Ну, судя по тому, что тут раненый мечник, наверное, да. Сделаю тут как раз корпус. Так, вырубать лес будем следующим ходом. Откладываем, что тут надо коммерческий район строить, а потом гавань в Метоне. Пока откладываем это дело. Вот тут можно будет город или нельзя? По-моему, можно. Нет, нельзя, не влазит нигде тут. Чего так Рим прям? Ну вот это ошибка какая-то. Раз, два, три, четыре, пять, в пяти клетках. Он нормально тут мог расселяться. Чего он так поперся ко мне? Не понимаю. Так, куда они дели? Ага, вот он. Отлично. Делаем корпус.
Да, я не лечусь же за рубежом, между прочим. Ну ничего, сейчас Рим будем. Опять же, тут таран не нужен в данном случае, но будем захватывать. Центр коммерции 4 хода. Что нам в Остии надо? Знаете, тоже центр коммерции. Что у нас по религиям? Я еще могу основать что-то? Могу. А что у Польши за религия? Церковная десятина, производство. Это героический век подъехал. И у Польши, кстати, героический век. Не, Троян. Извиняй. Может рабочего захватить? Рим-то я этим ходом не захватываю, рабочий убежать может. О, какой классный кампус. Блин, тут мне Ереван лучников мочит. Рынок завершен, торговца строим. В Риме ремонтируем. О, тут еще и чудо у него. Как, где чудо-то? Вот это что ли? 2 очка великого полководца и 2 очка великого торговца. И здесь он, блин, ну блин, офигеть, у Рима тут старт, да? Просто офигеть. Блин, куда я рабочего отправил? Вон надо крабов обрабатывать. Так, давайте-ка мы откроем мореходство. Так, у этого рабочего сколько? Ага, 3 заряда. Пойдем вырубать тут леса. Надеюсь, у Рима остался один город. Да. Сила армии 25. То есть вот это походу один юнит, который есть у Рима. Последний.
Ай, будем бить. Ходить тут мешается. Давайте, блин, Рейну, наверное, возьмем в столицу. Блин, Ереван, да, долбанный. Ну, он, конечно, Остью не возьмет, поэтому мне надо кровенные юниты перебрасывать. Так, а я ж могу рабочих покупать за веру теперь. А я лян не взял, ладно. Так, строитель. Так, строитель. Так, строитель. Ну, в римских городах пока не буду. Блин, я не поменял первого посла. Надеюсь, мне тут дает Занзибар денежки? Дает. Ну, опять же, тут особо... Еще и кризисный союз против меня вылез. Последний город Рима. Блин, у него тут еще городов, государств немерено. Вообще какие-то все такие места, какие горы, кое чудо вообще дали. То есть я сейчас получаю очки торговца. А, нет, я еще не получаю, у меня нету еще в моих. То есть Рим получает очки торговца и полководца только потому, что у него чудо есть. Представляете? Сделаю тут треугольничек. Надо из Метони отправлять караван. Акведук, монумент надо строить. Кстати, я тут, наверное, в Метоне сейчас смогу и гавань еще заодно. Сразу. Блин, убью же, ладно, я постою лучше. Подведу уже, когда все юниты. Все, я никак этого гитайра не вылечу.
в Александрию. Или в Пелу, давайте. Так. Это вот все надо вырубать здесь. Давайте шоколад починим. А, кстати, уже меж... А, не, лечится. Уже черный век закончился. Еще Греция где-то есть. Я думал, он ко мне сначала обращается. Но я же Македония, я не Греция. Мне, конечно, лучше город атаковать гипоспистами. О боже, он еще один город поставил, но это... Завершили. Да, строителей. Ну, строителей я вообще и так могу покупать. Может, просто производство поставить пока. И что-нибудь другое. А, хотя у меня вера уже заканчивается, ладно. Что Занзибар дает? Гвоздика и корица. Блин, у Рима еще и счастье было немерено. Вы понимали, насколько он хорошо стартовал. А, я гавань не открыл, что ли? Ладно, торговца. А что, я гавань не открыл? Надо открывать гавань. Так, ну Равена должна браться. Вот если бы живой человек играл, Равена тяжело бы бралась, конечно. То, что он еще сетью поставил долбанный компьютер, не очень радует. Так, выкупаю эти клетки, наверное, все. 50-75, а тут 75 все. Ну, потому что надо... Надо их... Так. Бегают из Пелы, из Метонии.
Давайте из Усти. Ну да, что-то есть. Интересно, что, блин, два арбалета. Надеюсь, мне хватит сил. От районов, от охраны дворца. Но я не вижу, чтобы этот губернатор был Виктором. Ну давайте, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, надо брать. Просто надо брать. Давай. Фуф. Ну, сети уже упадет без проблем. Блин, он еще и пророка только что получил. О, еще сети какой один лагерь на 4. Охренеть. Вот у меня уже 32 две науки. У японца, правда, больше. И культуры 28. Тоже все вырубаем в Метонию. Все в Метонию. Идем, он меня не обстреливал. Плюс один к перемещению возьмем. Тут хай лечится. Ну а тут подходим к городу. Ну, сетью я, наверное, уничтожу. Вот этот город мне точно не нужен. Так, дальше пойдем в госслужбу. Давайте возьмем Лян. В Устью назначим и будем там покупать. Рабочих. Еще не обработан вообще кофе.
Так, эти леса я ставлю для... Для... Лесопилок. Сколько сейчас получу, интересно? 600 золота получу. Плюс 2 к боевой мощи при нападении на юнит. Что у меня Занзибар перекупил опять? Нет. Надо его перекупать. Там счастье, извините. Там куча счастья. Генерал действовал на гипосписта. Восемьдесят, а здесь 80. Правительственная площадь нужна. Ну вот и где ее поставить? Вот тут она должна где-то быть. Так что не в Метоне. Не в Метоне. Давайте театралку. Или нет. Давайте амбар. И надо Магнуса пересаживать в Остию. Успел. Тут все вырубать. Да блин. Здоровье что-то быстро восстанавливается у сети.
приятно получить 600 золота, да, за... Ну, блин, мне надо с японцем, значит, союз заключать, раз не хочет поляк. Поселенцев еще поставить. Ну, здесь можно. Но я вообще Ереван хочу захватить. Так, надо ставить правительственную площадь. Видимо, тут только нормально будет. Везде тут промышленные. Здесь тогда посадим. Так, когда там Еревану войну можно объявлять? Два хода. Бегают из Певы, из Ости, из Метони, из Рима, значит, из Равенны еще осталось. Армия 500, 200, 200. Что они там Грузию пилят? Серьезно, вот Рим тупо пожадничал, что он поставил сюда Остию, и он, наверное, может хотел сразу меня атаковать, но Македония — это трындец. Не самая лучшая нация для атаки. У него, во-первых, у него места офигительные сами по себе. Во-вторых, он Рим. То есть ему надо было тут город поставить. Тут он... Вот, кстати, сейчас я получаю 2 очка великого полководца и великого торговца просто за то, что... Это вот гора у меня там есть. Ну ты охренеть. Вот это старт. Вот это я понимаю. Начало игры. Смотрите, как горы расположены, как тут кампусов классных. Тут вот еще где-то город, видимо, можно поставить. Вообще мне нужен скаут. Давайте я, наверное, скаута куплю. У меня такое ощущение, что чувак сам с собой разговаривает. Он на мои вообще не отвечает сообщения. Я знаю, что Япония сильна. И, кстати, под столицей.
Пускай он мне все посылает, потому что я ему посылаю и без ответа сижу. Давайте, наверное, повысим до цехового мастера, как раз там купим рабочих. Что он там принял? С Андреем бегом, давайте в Варшаву отправим. Так, ну я тут хочу терракотовую армию построить, так что вырубаю и строю. Зал для приемов возьму, хотя... Захват вражеского города увеличивает на 20%. Может, трон вождя лучше? Для Александра Македонского-то. Магнус Вости, надо вырубать тут все. Магнус in the house. Магнус in the Остия. Блин, я не знаю, что с поляком не так. Он не знает, что такое союзы. Лян приехала. Покупаем строителей и строим тут еще строителей. Так, а где я могу колосс тут разместить? Вот здесь. Кстати, надо бы это, наверное, будет сделать. Стою. Блин, мне надо три лука вообще-то сделать. Давайте, может, быстренько. Тут лучника. Тут лучника. Бля, чувак не хочет со мной союз заключать.
Буду его языком с ним разговаривать тогда, наверное. Театралку давайте. Или промышленную зону давайте здесь. Хотя... Нет, театралку. Дальше еще будет примерно 15-20 минут игры, но я больше комментировать не буду, потому что здесь все примерно понятно. На самом деле здесь была практически дуэль с Римом, я его захватил, причем у него отличное просто было место расположения. Поляк вышел, когда на него японец нападал, и в конце этого видео вы просто увидите, что я показываю свои характеристики, и несмотря на то, что я все вложил в войну, я совершенно ни от кого не отстаю по науке. Вообще, по-моему, там в лидерах был отличное развитие, и в этом плане, конечно, Македония просто машина для убийств. Никто не хочет играть с такой нацией в FIFA, в сетевых играх никогда, потому что нафиг надо. И в некотором смысле мне даже повезло, что у меня Рим был в соседях. То есть показать, что даже сильная военная нация, которая тоже очень неплоха на развитие, все равно ничего не может сделать с Македонией. Хотя я опять тоже не очень хорошо воюю. И у Рима было офигительное место для начала, не вровень с моим. И все равно против Македонии не может ничего стоять. Вот такое... Небольшой мини-ФФА сериал. Надеюсь, вам понравилось. Ну, можете, конечно, досмотреть до конца эту запись. Тут буквально еще, как я и сказал, 15-20 минут. Но, повторюсь, уже без всяких комментариев. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк и играйте в умные игры.
Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!